Продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года», который стартовал 17 июня. Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами этого конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Сам конкурс проводится в три этапа. Документы на конкурс принимаются до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем с 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. И с 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемонии награждения.